популярному певцу и музыканту 29 января исполнилось 49 лет. 29 января свое 49-летие отмечает певец Дмитрий Маликов. Но свои поздравления и пожелания поклонники артиста начали писать в комментариях к публикациям звезды еще накануне праздника. Так что в очередной день своего рождения Дмитрию только и оставалось, что поблагодарить своих фанатов за то, что они помнят об этой дате, и пообещать прочесть все теплые слова, которые подписчики адресовали своему кумиру. А поздравлений, надо отметить, было немало. Всего за несколько часов свои лайки под праздничным постом поставили почти 15 тысяч пользователей соцсети. Димон Красава, опять 35. С днем рождения, еще больше творческих успехов и минимум перхоти, шутя желают звезде комментаторы. Дмитрий Юрьевич, поздравляю с днем рождения. Желаю всегда быть таким же энергичным и веселым, оптимистичным и красивым, умным и сообразительным, обаятельным, великолепным и неотразимым. Пусть вам везет, любимые окружают любовью, пусть счастье ваше всегда будет рядом. Успехов вам и здоровья! Вы замечательный певец, пишет одна из фанаток. Димочка, с днем рождения! Оставайся таким же классным. Стабильности без застоя и перемен без потрясений. Желают в сети. Обаяние нашей российской эстрады. Долгие лета в добром физическом, душевном, творческом здравии. Отмечают в комментариях поклонники.